третья. То есть я не лежу в постели, я не прикована к постели. Я сегодня веду активный образ жизни. За счет улучшения здоровья и продления жизни она мне обеспечила высокую вот эту работоспособность и совершенно новое качество жизни. И работая вот сейчас на самом востребованном рынке, она обеспечивает мне финансовую независимость, которая позволяет мне сегодня реализовывать все мои мечты и цели. Я мечтала свой дом оставить детям, и я его оставила. И сегодня я живу в другом доме, который мы для себя купили, и который мы сейчас обустраиваем. И мы хотим его сделать с мужем таким, каким мы его видим в своих мечтах, в своих целях. И мы очень трудимся. И вот нам помогает как раз вот этот продукт, вот эта любовь к этому продукту, любовь к компании, в которой мы работаем. И сейчас в компании вот у меня очень много приходит новичков. Вот в этом месяце уже 7 подписанных контрактов. И сегодня вот работая со своими людьми, я им говорила: вы слушайте, я вам расскажу, потому что они теряются, они не знают, о чем говорить и как начинать работать с людьми. Вот приглашать они научились. А вот что дальше делать? Вот им сложно, растерялись они, потому что появились новые инструменты работы. И, наверное, я напомню вам самые простые истины, но я и для новых людей, и для тех, кто уже в компании Vision, возможно, ну вот начать все с нового листа, вот все сделать так, как надо и работать. Это не наработки какие-то просто взятые. Вы знаете, это мои собственные наработки, это то, как я приглашаю людей и как я работаю с новичками. Правильно я это делаю? Неправильно. Но я вижу, что подписываются люди. Поэтому вот своими наработками я хочу с вами поделиться. Поделиться со своими людьми, новыми людьми, которые пришли вот сегодня в компанию Vision. Не только в мою структуру, но и в другие компании. Возможно, вот этот небольшое так мое послание, оно найдет отклик, и у вас тоже будут люди. И с чего я хочу начать? Вот когда я начинаю работать с новым человеком, да, моя задача прежде всего познакомиться с этим человеком, выяснить, что он хочет в жизни, понять, насколько он вам интересен, и установить с ним определенные отношения. Я считаю, что это очень важный момент. Вот именно понять человека, понять, насколько этот человек интересен еще, и установить с ним отношения. Потому что люди приходят разные, и когда, может быть, они видят баночки наши или какие-то что это сетевой маркетинг, они боятся сетевого маркетинга. Где сейчас я провожу вот эти встречи, ну, будем называть их рандеву, да, можно их проводить в офисе, можно проводить в хорошем кафе, в холле солидной гостиницы. Ну, вот знаете, дома провожу я рандеву только со своими знакомыми или знакомыми своих знакомых, которые меня как-то знают. Вот не знаю почему, но именно вот я работаю именно таким образом. Потому что когда человек приходит домой, и он особо меня не знает, ну сложно вот восстановить какой контакт, непонятно куда пришел, у человека сразу появляются какие-то там осторожности. Поэтому вот проводите именно эти встречи, если нет офиса, в хорошем кафе, либо в холле солидной гостиницы, либо, может быть, вот у нас есть такие небольшие уютные кафешки такого семейного типа. Вот сегодня мы с мужем были в Кропоткине, заходили в такое кафе, мне очень понравилось. Оно маленькое, уютное, днем там почти нету народу, и там прекрасно, там столики, и там прекрасно можно работать. Взяв там чашечку чая травяного, либо живого кофе, там есть живое кофе, да, и вот работая с этим человеком. Ну и 50% я хочу вот успеха, вот встречи с этим человеком, это как вы правильно сделаете промоушен себе, либо спонсору. Ну, спонсору многие знают, как делать промоушен, да? Я хочу рассказать, как сделать промоушен себе, потому что, ну, вот
Спонсору научились делать, а себе, ну, никак. И обычно так, я как-то вот всегда работаю редко, когда со спонсорами, практически всегда одна, да. И я вот, делая промоушен, я говорю, я представляю интересы компании Vision International People Group, которая входит в крупную международную холдинговую компанию Freedom Group. У меня в этой компании свой бизнес. И, конечно, я подбираю себе людей, которых я буду обучать созданию стабильного источника доходов, который обеспечит им финансовую свободу. Потому что я с этой целью пришла сюда, и я сейчас ищу людей именно для того, чтобы они были финансово свободны. Вам это интересно? Человек говорит «да». И тогда уже я говорю, давайте мы с вами познакомимся, да? И перед тем, как мы познакомимся, я обязательно говорю, вы знаете, у нас сейчас вот разговор будет идти об очень серьезном деле. И чтобы оговорить предметно, нам надо, ну, действительно, очень хорошо с вами познакомиться. И для этого я задам вам несколько вопросов. Вот ваша задача – задать вопросы, чтобы понять, интересен вам этот человек, есть ли у него цели в жизни и готов ли он действовать, чтобы их реализовать. Потому что вот много времени я потратила на то, что я со многими людьми долго работала, я их тянула, я пыталась что-то сделать, но у них нету цели, у них нету интереса к вашей деятельности. И мы пытаемся им помочь, они сами не хотят. И для себя я выработала систему вопросов. Вы можете их использовать все, вы можете их не использовать. Танечка, следующий слайд, пожалуйста. Но вот эти вопросы, я их выучила наизусть. Вот выберите те вопросы, конечно, мы задаем по ситуации, да, но вот эти все вопросы, потому что когда приходит человек, вы согласны со мной, иногда теряешься. Вот и порой вот такое отношение человека, не знаешь, что ему сказать и как ему сказать, да, и не знаешь, как задать вопрос. Ну, бывает, вот тушуемся мы, особенно вот в начале нашего бизнеса. Вот кто проходил такие ситуации, поставьте пятерочки. Сложно это. Поэтому когда вот, я, например, когда знаю наизусть, я-то вот спасибо, спасибо большое, потому что вы меня поддерживаете, я тоже была в такой ситуации. И когда я выучила это наизусть, как стих, да, я уже могу лавировать этими вопросами и очень профессионально с человеком работать. Да. И я не буду сейчас, что нужно там комплимент сказать. Я обязательно спрашиваю, как вас зовут? Если человек говорит Людмила, я спрашиваю, как ваша фамилия, имя, отчество? И это все пишу в тетрадку, потому что человеку очень приятно, когда вы будете называть его по имени, отчеству. Вот мне кажется, это всегда играет особую роль. Спрашиваю, сколько лет, какое образование, кто вы по специальности, кем доводилось работать, работаете ли вы сейчас, если да, то кем? Ну, если человек работает, да, как вы считаете, зарабатываете ли вы столько, сколько вы заслуживаете? Вот, ну, прямую так я не спрашиваю, а спрашиваю, вот сколько вы зарабатывали на прошлой работе? Скажите, а вас устраивала эта зарплата? Вы ее заслуживаете, ведь у вас высшее образование, ну, например, вот, да? Человек говорит, да нет, вы знаете, не хватает, вот вам хватало на семью. То есть обыгрывайте каждый этот вопрос, работайте с человеком, пусть человек раскроется. И вот я спрашиваю, вот вы, человек там говорит мне, отвечает, я говорю, вот вы зарабатывали столько, и скажите, пожалуйста, вот можете вы, у вас есть реальные возможности выжить на эти деньги? Вот есть у вас какой-то потенциал для повышения зарплаты, для увеличения этого заработка? Человек говорит, да не знаю. Спрашиваю, сколько вы хотите зарабатывать? Вы знаете, этот вопрос я задаю каждому. И когда мне человек говорит 10, 15 тысяч, 20, я говорю, вы знаете, я не буду с вами работать. И в этот момент я открываю нашу сессию и говорю, вот вы знаете, я работаю в компанию с людьми, многие из них мои вышестоящие спонсоры. И я вам хочу показать чеки людей, которые в месяц вот зарабатывают вот такие деньги. Вот топ-30, да? Вот уже появилось это. За прошлый месяц было. Пользуйтесь этим.
И когда люди видят такие деньги, они спрашивают, неужели у вас здесь зарабатывают такие деньги? Ну, вообще-то да, мне же денег не хватает. Наверное, я бы хотел больше. Спрашиваю, вы бы хотели больше или действительно вы настроены на серьезные деньги? Человек говорит, да. А вы вот предпочитаете, спрашиваю, работать на кого-то или хотите иметь свое дело и быть независимым? И я всегда спрашиваю, вот человек, вот вы хотите зарабатывать вот столько это. Я спрашиваю, иногда вот люди говорят, что для меня 15 тысяч достаточно. Я говорю, значит, вам нравится, как вы сейчас живете? Человек, да нет, не совсем. А вот у вас есть какой-то вот какие-то конкретные планы, чтобы повысить свой уровень, вот свою заработную плату? Вот как-то это возможно? Ну вот работая на работе, ну, например, достигнув каких-то самых больших высот, сколько вы будете получать? Вот очень четко работайте с этими вопросами. Это вам позволит понять, чем дышит человек, чем он живет и готов ли он чего-то добиться. Ну и бывает такая ситуация, что я вот спрашиваю человека, вот вы говорите, что у вас есть планы, у вас это, а вот я бы вам сделала такое вот хорошее тоже коммерческое предложение, работать со мной, вижу, что мне человек интересный. Вот скажите, мы работаем с людьми, у нас бизнес без клиентов, его не построишь, понимаете? Если вы хотите строить собственное дело, у вас должны быть клиенты в нашей компании. Вот в вашем окружении есть люди, которые готовы обучаться и поддерживать вас в достижении ваших целей. Как вы думаете, есть такие? Ну, кто-то говорит да, кто-то нет. Но это обязательно надо уточнять. Что вы делаете для того, чтобы обеспечить свое будущее и будущее своих детей? Вот сегодня. Готовы ли вы сами серьезно обучаться и работать, чтобы воплотить свои цели в жизнь? Почему я задаю о детях вопрос, чтобы узнать, есть у человека дети или нет? Вот как-то вот, ну, вот именно таким образом. Ну, вы можете добавить свои вопросы, но вот я хочу сказать, что эти вопросы помогают мне как-то узнать человека и понять, интересен он мне или нет. Можно с ним работать или не нужно. И иногда мне человек интересен, но он говорит, вы знаете, я понял, вы, наверное, мне предлагаете сетевой маркетинг. Я никогда не скрываю. Я говорю, да, я вам предлагаю, я работаю в системе сетевого маркетинга. И компания наша работает в этой системе. Вы что-то имеете против этого? Выслушайте, что человек скажет. И если он не готов, даже если он вам интересен, да, оставьте ему визитку. И скажите ему такие слова. Если вы действительно решите изменить свою жизнь, у вас есть мой телефон. И есть возможность это сделать. Звоните в любое время. Я обязательно с вами встречусь и поговорю. Ну, вы, наверное, поняли, что я работаю в компании, прежде вот чем отдать вам вот эту вот визиточку, я хочу спросить. Есть ли в вашем окружении люди, у которых есть проблемы по здоровью, которые бы хотели решить эти проблемы, которые занимаются здоровым образом жизни, которые хотели продлить свое долголетие, улучшить качество своей жизни, да? Вот в вашем окружении есть такие люди? И вы знаете, если вы мне порекомендуете, дадите телефоны, я обязательно с этими людьми созвонюсь, потому что у меня есть возможность помочь вашим знакомым. Не отказывайте им в этом. У меня действительно есть уникальная возможность им помочь. И только после этого я отдаю визиточку. Но если человека заинтересовало, вы это увидите, да, это вот так я прощаюсь с теми людьми, которые как бы вот отказываются. Может быть, им надо подумать, может, их что-то еще не устраивает, может быть, они агрессивны. Не надо вот эту агрессивность свою тоже на них переливать. Просто вот спустите все и отпустите этого человека. Иногда, отпуская человека, кто-то из них помнит, что мы занимаемся здоровьем. И да, еще отпуская ребята, я обязательно рассказываю свой результат по здоровью. Что я здесь решила проблемы по здоровью.
И сегодня у меня совершенно другое качество жизни. Из человека парализованного я превратилась в человека, который сегодня мобильный, который сегодня очень много работает, который помогает своим детям и внукам. Вот. И только после этого я отпускаю человека. Но если человек серьезный, если он интересен вам, да, то я просто говорю, я вижу, что вас что-то заинтересовало, что-то тронуло. И давайте я вам немножечко вот расскажу о том, чем я занимаюсь. Вам это интересно? И человек говорит, ну, в общем-то, да. В общем-то, да. Я говорю, отлично. И я беру каталог, ребята. Ну, об этом каталоге, я думаю, я его не писала. Вы знаете, это 5 принципов. Я говорю, вы знаете, мы работаем в системе. И в ней 5 принципов. Вот наша система, она побуждает желание жить, как у меня. После моего серьезного результата по здоровью, когда я получила, я стала жить, потому что в нашей компании мы продвигаем продукцию именно для здоровья. И у меня появилось и понимание смысла жизни. Зачем мне надо развиваться, строить лучшую жизнь не только для себя, для членов своей семьи, окружающих людей. И я умею это делать. И я готова вас взять за ручку и повести вот поэтому. Я готова вам помогать. Но мне нужно, чтобы вы тоже были готовы. И вы знаете, вот я не знаю, как у вас сейчас со здоровьем, я думаю, чуть-чуть позже мы об этом с вами поговорим, но я считаю, что нельзя позволить здоровью нас остановить. С ним нужно договориться. И если сейчас вас ничего не волнует, а может волнует, выясняем сразу, вот просто заплатить ему не получится. Это может стоить очень дорого. И лучше заранее позаботиться. И у нас в компании есть для этого решение. Но мало того, это решения, которые помогут вам, помочь вашим друзьям, знакомым, иметь хорошее качество здоровья. А будете иметь хорошее качество здоровья, у вас, как у меня, повысится работоспособность, вы будете востребованы и, естественно, обеспечите себе финансовую независимость. Вы к этому стремитесь. У вас жизнь изменится. И когда у вас потихоньку вы будете работать, появятся свободные деньги, компания еще научит вас грамотно их расходовать, влаживать так, чтобы они работали на вас и приносили еще дополнительную прибыль. И очень быстро пробегаю по каталогу, очень быстро. И все показываю. Вот, пожалуйста, у нас есть мобильное приложение «Сессия». И оно потрясающее, да? Это социальная сеть, в которых пользователи узнают новости компании, видят чеки, общаются между собой и с компаниями. Вы знаете, это потрясающе, потому что весь офис у меня в этом телефоне. То есть здесь все, и обучение, здесь и календарь, и уведомления, и быстрая регистрация пользователей. Вам ничего не надо, я вам это все покажу, это все быстро работает. Ну и продукцию, которую мы ее продвигаем 2 способами. Либо методом продаж, либо построением построением сети. И я говорю, что работает с нами концерн Ракофарма, да, очень быстро. Показываю, что у нас есть продукция классическая, Directed, Junior, Smartfood. И продукты для мужчин, для женщин, для нервной системы. Кардиодрайв, который решает проблемы нашего сердечка. Антиоксиданты, продукция для костной системы. У нас есть прекрасная косметика, которая делает нас красивыми. У нас есть современные жевательные резинки, которые поддерживают высокий умственный и физическую активность нашу с вами. Есть даже жевательные резиночки, которые препятствуют усвоению жиров, улучшают работу пищевой, снижают аппетит, контролируют уровень сахара в крови. Вот если вам интересно, это все у нас есть. Возможно, у вас есть знакомые с этими проблемами. У нас есть прекрасные браслетики, которые имеют прекрасный дизайн, сочетающий в себе новый стильный дизайн и нанотехнологии. И эти браслеты помогают нам корректировать наше состояние здоровья. Конечно, у нас мы проводим потрясающие вечеринки, которые делает для нас компания. У нас есть бесплатные каникулы для партнеров, лучшие курорты для отдыха, которые использует для нас компания. Особое внимание компания уделяет вам
и вашему благополучию. Вы знакомитесь с новыми интересными людьми, топ-лидерами. У нас самые знаменитые, да, самые знаменитые, наверное, путешествия, потому что бывали в этих путешествиях более 1000 человек, эти путешествия бесплатные. Это эксклюзивные подарки вашей мечты. Это автомобильная программа, которая у нас есть. И работая в компании, вы можете заработать этот автомобиль. Но дело в том, что мы можем продвигаться здесь и по карьерной лестнице, и зарабатывать от $260 до $360 тысяч в месяц. И все зависит только от вас. С чего начать? Вот если вам интересно, я расскажу. Но у нас есть еще и финансовая грамотность. Вы что-нибудь слышали о криптовалюте? И вы здесь можете обучиться, как с этим работать. Это новое направление, правда? Если оно вам интересно, вы можете заняться этим. И компания вам в этом поможет. Очень быстро, вот буквально быстро пробегаю вот по этой методичке. Ну, а теперь... Вот если вам, скажите, пожалуйста, вам вообще вот то, что я рассказывала, хоть как-то заинтересовало, интересно. Если человек говорит интересно, я говорю, ну тогда давайте мы начнем с самого начала. И вот видите, у меня вот есть приложение «Сессия». И я показываю, вот я вам чеки с ней показываю. Смотрите, вот я веду здоровый образ жизни, вот «Визион Фит», лучшие люди, профессионалы расписывают мне рацион питания. Это. Вот, пожалуйста, все на нашей индукции, если вы хотите узнать. Здесь есть интернет-магазин. Вот видите, пожалуйста, здесь есть кошелек, вознаграждение, которое я получаю. Вот в отчетах я могу показать вам, сколько я зарабатываю, сколько людей у меня в команде. Да? Все вот в этом мобильном бизнесе. Поэтому давайте, чтобы вам все это было интересно, чтобы вы это все рассмотрели, здесь есть система обучения. Здесь можем еще какие-то вещи с вами сделать. Поэтому давайте скачаем мобильное приложение «Сессии» и заполним с вами профиль. И мы сразу Play Market, скачиваем мобильное приложение, да, и почему я прошу сразу заполнить профиль? Чтобы отразился номер телефона, все данные, образование, да, потому что я говорю, вот видите, вы заполнили свой профиль. И вот я открываю, видите, у меня есть такая графа, вот внизу сессии есть три такие черточки. И там есть друзья. Вот я открываю, видите, все ваши друзья, которые у вас забиты в телефоне, они появились здесь. И мои друзья, и вот вы здесь появились. И точно так же у вас. Раз вы закачали мобильное приложение «Сессия», вот давайте откроем, пожалуйста, это и посмотрим. Вы видите, сколько у вас друзей и знакомых? У вас прям получился целый список знакомых. И вот скажите, что вы знаете вот хотя бы о первых двух-трех человеках? Ну, вот он говорит. Ну, вот знаю, вот есть у него проблемы по здоровью, либо он хочет иметь дополнительный заработок. Вот какую бы мы ему, куда бы вы его пригласили? Решить проблему по здоровью или в бизнес? Он говорит, ну, вот эту, вот эту. Тогда давайте выберем вашу цель. Вот здесь вот, видите, где у нас это, есть моя сессия. И там есть такая графа. Выберите вашу цель. Нажимаем на эту кнопочку, сколько времени вы можете работать в неделю. 1-2 часа. 2 часа. Хорошо, 2 часа. Посмотрите, это у вас стандартный уровень. Вы работаете 2 часа, и ваша зарплата составляет где-то 40 тысяч рублей. Вас устраивает на первое время эта зарплата? Хотите больше, значит, будем больше работать. Мы выбираем сразу, вот, просматриваем вот эти цели. И говорю, вот когда... Вот эта вот цель просмотрена, да? Давайте вот, я вижу, что у вас есть клиент, есть бизнес, мы это, давайте мы еще сделаем аудио-видеозапись. Вот эта вот виртуальная помощница, это вот секретарь нашей сессии, она поможет не вам делать, вы же еще ничего не знаете о продукте, о компании, она вам поможет сделать презентацию вот для этих ваших друзей, которые находятся в списке. Вы хотите это сделать? Да, хочу. Тогда у вас будет домашнее задание записать, ну, несколько слов и диктуйте ему. Добрый день, меня зовут там Скачилова Наталья, и сейчас моя виртуальная помощница для вас сделает
небольшую презентацию. Вот если тебя это заинтересует, ты позвони мне обязательно, она вас соединит со мной. Все. Вот больше я ничего в этом это. И точно так же по бизнесу. Ты знаешь, я сейчас начала сотрудничать с компанией, у меня есть очень интересное коммерческое предложение для тебя. Будем встречаться или нет? Вот если тебя заинтересует то, что тебе сейчас сделает презентацию, звони мне, и мы с тобой встретимся. То есть вот такие вот первые моменты работы с человеком я как бы сразу провожу. И когда человек мне говорит, давай вот сразу 10 человек, мы с тобой сразу напишем, кого мы приглашаем на бизнес, кого мы приглашаем на здоровье. Потому что у нас есть план мероприятий. Вот смотри, здесь вот в сессии есть раздел обучения, ты будешь обучаться сам. Но у нас в компании каждый четверг проходят вот такие вот презентации, показывают, где это проходит. Вот здесь нажимаешь на эту ссылочку, выходишь, и каждый четверг 20:00 ты и твои люди, ты их обязательно приглашай, могут все это слушать. Но для этого вот тоже ты с ними должен закачать вот эту сессию. Дальше, что я, как я работаю? Я говорю, ты можешь на вот эти встречи пригласить ну, своих друзей и знакомых. И я, например, звоню, как я делаю это? Я звоню своим знакомым вот по тому списку, который у меня в друзьях, да, появился в сессии, и говорю, слушай, Валь, ты бы хотела иметь дополнительный заработок? Ну, хотя бы 1000, 15, 20. У меня есть тебе очень отличное коммерческое предложение. А что это за предложение? Вот ты знаешь, ну нету времени сейчас. Давай с тобой встретимся, я тебе все расскажу. Там что-то начинает человек говорить. Не надо ему ответить. Скажи, Валь, вот честное слово, сейчас не могу, будем встречаться или нет? Если да, то называю время, когда будем встречаться. То есть это тоже расскажите своему человеку. Потому что кроме того, что у нас каждый четверг проходят вот встречи в этой комнате, я говорю, что у нас есть один раз в неделю, в среду мы проводим Дни здоровья для новых людей, и один раз в неделю, в субботу, это презентация на бизнес. Вот. И мы с тобой будем приглашать и туда, и сюда людей. И нам нужно очень четко с тобой отработать. Ну и порядок приглашения обязательно, вот сразу говорю, что не надо ничего объяснять. Говорите, что вот я начал пользоваться продукцией, а чтобы ты начал пользоваться продукцией, тебе нужно приобрести эту продукцию, да, и говори, ты вот там придешь, и тебе все расскажут. Профессионалы. Я еще не профессионал. Я только вот имею какой-то небольшой результат. Но меня это заинтересовало. Результат есть. Поэтому приходи, пожалуйста. Все, больше ничего особо не надо говорить. И можно пригласить, как я сказала, вот на спонсоров, в кафе, в это. Тоже наметить сразу с человеком, когда вот день, например, или час, вот какое время, по каким дням вы один раз, два раза в неделю, чтобы человек мог работать на приглашение людей, созваниваться со спонсором, знать, что это время для него определено, потому что ему самому тяжело работать. Можно и так работать. То есть возможностей много, но это вы сразу должны вот сразу оговорить с человеком. То есть мы будем работать, вот, приглашать сюда, не надо много приглашать вот, на Дни здоровья, презентации по бизнесу, потому что вы говорите так, вот я обычно приглашаю на домашний кружок. И больше 2-3 новеньких я никогда не приглашаю, потому что очень тяжело работать так. И работая вот с этими людьми дома, в домашнем обстановке, попьем, попробуем продукцию, попьем, там будут интересные вещи. Вот тебе понравится, пошли со мной. Все. И 2-3 человека, и вы работаете. Не надо много людей.
Люди задают вопросы, вы отвечаете. Это вот такая домашняя беседа. Где-то поставили чаек, да. Вот у меня до сих пор там визионовские чаи есть. Либо сохранились еще коктейли, я их использую и так далее. ДФХ сейчас вот пошел. Пожалуйста, вы можете предложить продукцию и рассказать о чем. Вот вы не зря пьете, там вот такая вот продукция. Она вот решает такие проблемы. То есть очень много возможностей. Но это вот... уже на встрече, да, но вам нужно привести, вот рассказать, что нужно привести туда человека и что там на этих встречах происходит. И, конечно, когда вы вот идете встречаться с человеком, вам нужно провести эту встречу, вам нужно составить план встречи. И обычно у вас должна быть флешка. Вот я своим людям на флешку вот через WhatsApp сбрасываю, например, ролик у компании, ролик там о ролик презентация, да, вот какая-то небольшая такая презентация по продукции, обязательно результаты применения продукции. То есть вот на этой флешечке должен такой вот интересный материал. Возможно, там вот какие-то мероприятия, которые у вас проходят вот в компании. Вот у меня звездная дорожка, да, очень интересно. Вот такие встречи мы проводим. Посмотрите, как весело у нас, интересно и познавательно, и хорошо. Вот. Какие-то фотографии вот на этой флешечке, да. Какие-то путешествия, в которых... Вот соберите на эту тот материал, потому что когда вы будете беседовать с человеком, вы поймете, что ему интересно, и покажите именно то, что ему будет интересно. Обязательно с вами должен быть какой-то продукт, чтобы вы дали попробовать даже в чай просто там ДФХ, например, да. Обязательно каталог и обязательно с собой телефон, сессия, чтобы можно было все это закачать. И вот когда мы вот это все обсудили, я говорю, а теперь ты понимаешь, что работая здесь, мы продвигаем продукцию компании. И это наш бизнес, вот именно продвижение вот продукции очень качественной концерна Аркофарма. Продвигаем двумя способами, методом продаж и построением сети. Я тебе предлагаю и то, и другое. И как купить продукцию «Визион» выгодно со скидкой, потому что нам с этого надо начинать, потому что если ты не получишь своего результата, вот, ну как ты будешь следовать вот этой проверенной программе успеха? Только когда мы рассказываем свои истории, когда у нас горят глаза, когда мы получаем маленькие результаты, а потом все больше, больше и больше, только тогда мы можем людей чем-то сами заинтересовать. Поэтому давай я тебе покажу, вот тебе интересно, как купить продукцию компании Vision? А вот сколько стоит ваша продукция? Обычно, наверное, тот вопрос, который всегда задают люди. Вот кому задают такие вопросы? Вот поставьте мне, пожалуйста, пятерочки. Вот кому задают? Сколько это стоит? Вот очень часто на встречах люди спрашивают. Вот, я вижу, да, спасибо большое. Вот сколько это стоит? И я говорю такую вещь. Сейчас мне хочется показать самые выгодные условия приобретения продукции компании Vision. Вот я сразу это обговариваю, то есть на первой встрече. Вот выбрали план мероприятий на неделю, все это записали, какие встречи будем. И сразу вот показываю, вот этот момент я показываю сразу. И когда вот человек задает этот вопрос, сколько это будет стоить для меня, я говорю, в нашей компании именно вы определяете, сколько это будет стоить именно для вас. И, Танечка, пожалуйста, следующий слайд. Вот вы можете быть, я говорю, Танечка, следующий слайд, пожалуйста. Я говорю, первый. Вот, я вот просто сняла его со своего листочка, потому что он всегда передо мной. Ну вот извините, может быть, не это, но приглядитесь, пожалуйста, внимательно, да. И вот то, что я говорю. Вот всегда этот листочек как бы передо мной. Я с ним начинаю работать. Как я с ним работаю? Я говорю, вы можете быть клиентом компании. Это первый вариант приобретения продукции. Танечка, вот покажи, да. Быть клиентом компании. Можно указочкой показать? Это покупать продукт по розничной цене.
Вот видите, быть клиентом компании, вот это первое, Тань. Есть указочка, покажи, пожалуйста. Не вижу. Вот, быть клиентом компании, да. Или вот покупать этот продукт, не вижу указки. И вы можете покупать эту продукцию по розничной цене. Это клиентская цена для вас, да? И вот по клиентской цене вы можете купить одну, две или три баночки продукта. Но есть у нас еще вторая категория, это премиум клиенты. Вот видите, второе у меня написано, премиум клиенты. То есть можно приобретать продукцию со скидкой. Со скидкой 20%. Вот видите, 20%. Со скидкой 30%. Со скидкой 40%. И со скидкой 50%. Есть третий вариант, когда можно, приобретая продукцию, заплатить за нее практически 0 рублей. И такой вариант есть. И четвертый у нас есть еще вариант. Приобретая продукцию за 0 рублей, вы еще и получаете подарок. То есть компания вам оплачивает, что вы делаете крупные опты, оплачивает вам подарком. Вот такие варианты у нас есть. Ну вот какой вам вариант интересен? Вот первый со скидкой, без скидки или по розничной цене? Человек говорит, ну, наверное, с какой-то скидкой, да? Обычно говорят так. Вот у кого это так бывает? Вот мне обычно говорят, вот интересен со скидкой. Не говорит пока какую, но говорит со скидкой. Поставьте вот, да, поставьте единички, вот у кого так. Вот обычно так. То есть вы любите, я понимаю, экономить. Вы можете сэкономить немножко, либо сэкономить хорошо. Вот спасибо, что вы меня поддерживаете. Вы можете бесплатно пользоваться продукцией и еще и зарабатывать деньги, да? Это тоже очень важный момент. Вот какой вариант вам на душу ляжет, тот вы можете и использовать. Вот какой вариант интересен? Поэтому давайте все разберем в рублях. Вот чтобы вам, я вижу, что вы как-то сомневаетесь, давайте разберем в рублях. Вот если вы приобретаете продукт по розничной цене, вот видите, я поставила, например, одну баночку, и стоимость одной баночки получается 1983 рубля. Вот. Если вы премиум клиенты, покупаете с 20% скидкой. Это у нас называется минимальный опт. Вы становитесь премиальным клиентом, вас компания уважает, вам начисляют программу лояльности за вашу личную закупку 5% от той закупки, которую вы вот покупаете. Это очень интересно. То есть вы платите со скидкой, и еще компания вас благодарит и начисляет вам, ну вот, кэшбэки, как сейчас принято говорить. Ну что хотите, как хотите. Вот вознаграждение такое за вашу лояльность, что вы покупаете со скидкой. И минимальный опт у нас 4 баночки продукта. Вот видите, количество у меня стоит. 4 баночки продукта. И вот если вы купили одну баночку по розничной цене, у нас есть такое понятие. Мы работаем, у нас международная крупная холдинговая компания. Мы работаем в разных странах, и в разных странах различная валюта. Поэтому стоимость баночки компания нам оценивает и платит с той CV, которая установлена за этой баночкой. CV – это условная единица стоимости этой продукции для всего вот холдинга. Да? Во Вьетнаме вы купили, в Германии за марки купили, за зайчики в Белоруссии, вот самого CV. Вот с CV вот этой одной баночки вам платят вознаграждение. Вот одна баночка, например, классики, это 11875 CV. Видите, вот я поставила. А минимальный опт – это 4 баночки. Вот если это CV умножите на 4, это 47,5 CV. Вот я нарисовала вам 4 баночки. Смотрите, да? И так как вы берете уже со скидкой, цена вот одной, стоимость одной баночки становится 1586 рублей. И вот эти 4 баночки, они называются, у нас есть такое понятие,
да, вот это минимальный от стоит 6344 рубля. Дальше вы можете приобрести продукцию не 4 баночки, а 8 баночек. И если вы приобретаете 8 баночек, у вас скидка на эту продукцию, классическая линия, я все имею в виду, идет 30%. Да? И есть такое у нас понятие, 8 баночек – это один кейс продукции. И вот если эти 8 баночек вы умножите на 11875, это будет 95 CV. Вот я вам нарисовала вот эти 8 баночек. И смотрите, стоимость одной баночки уже со скидкой становится 1388 рублей. Но есть у нас и такое понятие, как 40% скидка. Это уже 16 флаконов продукции. Вот за приобретение 16 флаконов классики вы получаете 40% скидку. Это 16 флаконов, 2 кейса, да? 8 и 8, вот смотрите, один кейс 8, а 16 баночек, это получается 2 кейса. И 2 кейса – это 190 CV. И смотрите, активная у нас закупка, с которой начинается начисляться комиссионное вознаграждение. Значит, вы очень серьезно заявили о себе, и вы начинаете строить, занимаетесь сетепостроением. Это тоже очень важный момент, да, в компании. И стоит это все, вот этот вот набор, 19 040 рублей. А вот один кейс 30% скидкой, я забыла сказать, он стоит 11104 рубля. 11104 рубля. И есть у нас еще потрясающая возможность, что вот эти, что вот купить наши баночки можно еще и с 50% скидкой. Это называется бустер-кейс. Вот я люблю вот эту 50% скидку, потому что бустер-кейс – это ускоритель вашего бизнеса. И в него входит 5 кейсов, а 5 кейсов умножить на 8 баночек – это 40 баночек. И так как вы делаете крупный опт, компания вам еще один кейс дарит в подарок. То есть 8 баночек в подарок. И стоимость этого кейса, да, получается 47 600 рублей. Вместо 40 баночек вы получаете вместе с подарком 48. Если вы 47 600 разделите на 48 баночек, стоимость одной баночки вам обойдется 992 рубля. Но самое главное, что вот этот кейс вы можете съесть сами и получить потрясающие результаты. Потом об этом результате рассказывать людям. У вас обязательно пойдут, Танечка, верни, это еще рано. Верни, пожалуйста, предыдущий слайд. Верни, Таня. И что у вас получается? Вот если есть вот уникальная возможность, например, 190 CV, да, делать накопительно. То есть у нас здесь такое понятие, как месячная закупка. Она начинается с 1, работает с 1 по 30 число. И вот смотрите, вы можете эти 190 CV сделать накопительно. Ну, например, 5 числа вы выкупили на 47,5 CV, да? Это с 20% скидкой продукт. Потом вы добавили еще 47,5, да? Но уже у вас 47,5 плюс 47,5, это уже получился как бы кейс продукции. Уже компания вам продает с 30% скидкой. А потом, например, еще взяли на 95. И у вас получается разница между той ценой, то есть вы переплатили в начале месяца деньги. И если вы эти 190 CV выбрали накопительно за месяц, компания вам возвращает деньги. И все баночки в следующем месяце, и все баночки, которые вы купили, они идут у вас 40%. Это называется бонус возврата. И точно так же бустер-кейс 475 CV. Вы тоже можете делать накопительно в течение месяца. И в подарок получите 90,
95 CV подарок, это 8 баночек, да, и посмотрите, какая стоимость вашей. Какую экономию вы можете при продажах иметь, если вы берете Booster Case, вот чем он мне нравится, какие выгоды вы имеете. Получаете, покупаете продукт с 20% скидкой, то посмотрите, разница между той ценой, которую вы купили, да, прибыль с одной баночки 397 рублей. Если с 30% скидкой, уже смотрите, разница 1983 минус 1388, уже имеете с одной баночки 595 рублей. Если вы берете 190 CV, смотрите, прибыль от продаж 793 баночки. А если вы взяли Booster Case, то вы уже прибыли, имеете с одной проданной баночки 991 рубль. И посмотрите, если вы, что хочу сказать, если вы продадите, ну, пусть вы 8 баночек выпьете, 40 баночек продадите, умножьте на 991 рубль, 39 640 рублей вы продадите продукции. И плюс 8 баночек для вас 9 520, 49 160 рублей чистая прибыль. Чистая прибыль, то есть заплатив всего 47 600, вы получаете плюс 47 600 еще и прибыли, и продукт для вас остается бесплатно. Вот чем я люблю Booster Case, что получается сумасшедшие деньги. И вот хочу сказать, что вот эти сумасшедшие деньги, когда я увидела, и мне мои спонсоры показали Booster Case, я приняла решение сразу купить этот Booster Case. Почему? Ну, потому что мне нужен был продукт, он нужен был членам моей семьи. Я решила, что я куплю этот Booster Case, я продам его. Я сразу получила прибыль. Благодаря этому я смогла сразу съездить на Millennium. Вот первый Millennium, благодаря этим деньгам, я туда съездила. Потому что когда пришла в компанию, мое здоровье, врачи, дорогие наши, любимые, я столько им платила, что у меня не оставалось денег. Мы были в огромных долгах. И когда я брала этот первый Booster Case, я занимала деньги на него, потому что мне надо было его пить, и мне надо было выздоравливать. Но я увидела и хороший коммерческий шанс. То есть вот Booster, он мне дал возможность вот сразу накормить себя, накормить свою семью. Потом я подписала дочь, взяла Booster на нее. И благодаря этому, а когда лежит продукт, появляются клиенты, да? Я очень быстро продавала. Но самое интересное, что благодаря вот этому Booster Case у меня уже за 3 месяца работы в моей команде было 411 человек. И через 3 месяца, когда я приняла решение работать в компании Vision, у меня чек был уже $1000. Вот только благодаря Booster Case. Это только чек, ребята. Но я же еще от построения сети, но я же еще работала и на продажах. Я зарабатывала хорошие деньги. Это позволило мне купить новую машину, Cherry Amulet, которую мы купили только благодаря продажам на Booster Case. Поэтому вот сколько вы хотите получать? Вот это возможность сразу в месяц поднять и заработать хорошие деньги. И привлечь в свою структуру новых людей, которые тоже начнут точно так же работать. И что я еще вот всегда говорю человеку? Вот какое решение, вот что вам интересно? Опять, вот эти бывают такие сомнения. Тогда я показываю следующий вариант. Тань, теперь следующий слайд, пожалуйста. Смотри, здесь много вариантов. Как мы с тобой будем работать? Мы можем взять Booster Case и работать на продаже. Мы можем взять 190 CV. Но вот если мы с тобой посчитаем, прибыль будет меньше. Сейчас какой-то вариант выберешь, тот мы с тобой просчитаем. Сколько баночек мы продадим, сколько ты сам будешь пить, потому что у нас особое условие. Если ты решил работать в компании, ты должен пользоваться продуктом. Тань, следующий слайд мне, пожалуйста. И вот смотри, что я тебе могу показать, как мы с тобой будем работать и какими... Сейчас я возьму эти... Вот, Танечка показала. Смотри, ты можешь сам купить на 47,5, да, стать премиум-клиентом. И вот 47,5 – это твой личный оборот. И ты вложишь 5000 рублей, да? Но
Если ты хочешь, чтобы для тебя эта продукция осталась бесплатно, пригласи трех человек. Ну, смотрите на 475. Вот три человека, то если можно, указкой покажи, по 47,5. И если ты пригласил этих людей, посмотри, у тебя личный групповой объем твой и твоих людей, вот если ты 47,5 прибавишь, 47,5, прибавишь 47,5, прибавишь 47,5, будет 190 CV. И ты в компании уже не премиум клиент, а имеешь статус старшего консультанта. А если ты еще и человека пригласишь с бустером, то ты еще с этого, так как ты старший консультант, получишь комиссионное вознаграждение. Старшим консультантом будет очень выгодно. Мало того, за приглашение вот этих людей ты получишь бонус возврата. Потому что смотри, ты закупил с 20% скидкой. У тебя первый клиент покупает на 47,5. У тебя становится 95 CV, а по той таблице, которую мы с тобой работали, ты видишь, это один кейс продукции, и это 30% скидка, и уже бонус возврата 10%. Второй человек у тебя покупает тоже, третий человек покупает, ты переходишь в статус уже 40% скидки, и тебе компания бонус возврата делает от 20 до 40 20%. И это 2850. Так как ты новенький человек, тебе еще и бонус консультанта за этих людей начисляется. И ты за месяц возвращаешь 5700 рублей. Таня, отставь предыдущий слайд, верни. Предыдущий слайд, пожалуйста, верни. Таня, предыдущий слайд. Посмотри. И твое комиссионное вознаграждение, так ты в смысле старший консультант, 15%. 5% по основному маркетинг-плану. И за бонус развития, за то, что ты приглашаешь новых людей, за новых людей у нас платят за бонус развития. Получается 10 плюс 5, 15%. И ты зарабатываешь 5343 рубля. Бонус возврата плюс бонус консультанта плюс комиссионное вознаграждение. И ты вот с четырех вот этих человек можешь заработать 11 043 рубля. Устраивает такая зарплата? Ты говорил, что больше. Давай посмотрим следующий слайд. Вот если ты сам покупаешь 47,5, приглашаешь трех человек, следующий слайд, пожалуйста, Таня, 47,5, и двух человек находишь, Таня, следующий слайд, пожалуйста, и двух человек находишь там 47,5, трех человек, чтобы стать в статус старшего консультанта, да? Таня, предыдущий слайд верни. Предыдущий слайд верни. Предыдущий, Таня. Вот. И двух человек по 475. Смотри, как у тебя возрастает твоя. Бонус возврата, бонус консультанта, новые люди. Да, это все новые люди у тебя. Вот, смотри, два человека. Но ты уже, вот если ты вот это вот сложишь, у тебя уже статус, квалификация VIP. Вот если ты все это связываешь, квалификации VIP – это первый наш статус, это особо важная персона компании. И ты можешь получить, да, я ошиблась, надо было еще 190 написать. Ребят, ну извиняюсь, да, здесь три старших консультанта, немножко я не досмотрела этот, это старший консультант, поэтому зарплата немножко другая. Но вот извиняюсь, не досмотрели, не дочертили 190 CV. И тогда твоя зарплата 19200. Но имейте в виду, что 190, три старших консультанта должно на первой линии. Я извиняюсь, вот только сейчас увидела, что не дочертили 190 CV. Зарплата чуть-чуть выше будет. Вот, вот, пожалуйста, есть такая возможность. И третий слайд. Тань, покажи, пожалуйста. Вот ошибки мы что-то понаделали. И третий слайд. Смотрите, три старших консультанта. Сам берешь на 475. Два человека приглашаешь по 400. Вот статус VIP. И твоя зарплата 26620. Это тоже вдохновляет. 20% ты получаешь с новичков. Какую зарплату ты хочешь иметь? Плюс продажи. Ты же здесь продашь еще почти на 40 тысяч с лишним. Вот хочешь такие деньги заработать? Если хочешь, пожалуйста. Выбирай сам. Так, с какой скидкой мы с тобой покупаем продукцию? Покупаем сейчас или ты завтра приходишь с деньгами на карточке, и я тебе показываю, как в сессии это сделать.
и назначаете ему встречу. Вот такие первоначальные вещи, о которых мне бы хотелось сказать. Не пугайтесь, вы это все знаете, все это нормально. Разберитесь со своими коллегами, разберитесь со своими партнерами, разберитесь со своими спонсорами. Нету такого спонсора, есть ментальный спонсор. Всегда есть телефоны, звоните и говорите. И продукция, запомните, вот я всегда новичку своему говорю, продукция компании Vision, она нужна каждому человеку, каждый день. Огромный потенциал рынка здоровья, высочайшее качество продукции компании дают вам возможность стать в этой компании богатым. Иметь хорошее качество здоровья, хорошее качество жизни. Когда вы понимаете высокую ценность продукции, делать бизнес вам будет очень легко. Но для этого мы должны приглашать людей на встречи. Домашнее задание на следующий день. Ты мне должен подготовить 10 человек из своего списка, с которыми мы с тобой будем встречаться и работать. Потому что делая, приглашая по 5 человек, 2 человека обязательно придут. 2 человека на здоровье, 3 человека на, 2, 3 человека на здоровье, 2 человека на бизнес из 10 обязательно. Это статистика. Статистика, выработанная мной годами. Поэтому давай ты познакомишься с сессией, сделаешь аудиозаписи, поработаешь со списком знакомых. Мы с тобой определимся, кого мы будем приглашать на День здоровья. Я тебе покажу, как я приглашаю. Буду звонить от тебя. И мы с тобой все решим. Встречаемся завтра в такое-то время. Согласен? Согласен. Все, до свидания, до встречи. Вот примерно вот те начальные моменты, которые я делаю со своими людьми. Очень долго вас задержала, простите меня, пожалуйста, но я думаю, что до следующего четверга вместе мы с вами сила, все нам вместе, все возможно, поэтому я желаю вам успеха, настройтесь на работу, делайте эту работу, потому что она, я думаю, каждый из вас готов справиться. Танечка, а теперь ролик, пожалуйста.